В общем, где я прошел? Эх, одни из недорогих дверей. Это у нас обычный стандартный этаж. Обычная акриловая ванна. Петроградка на другой стороне. Детям понравится. Не будем сильно придираться. Видите, оно в цвет стены, ну, не выделяется, да? Колясочная. Жилой комплекс с притяжением на Выборгской. Слушайте, вообще супер. Смотрите, какой размах. Вон плитка выпирает, здесь еще больше выпирает. Все закрыто. Для кого этот комплекс и кто будет в нем жить? Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. И мы сейчас с вами находимся на Выборгской набережной города Санкт-Петербурга. А за моей спиной находится только сданный жилой комплекс «Притяжение». Сдали его, кстати, 30 июля 2021 года. И сегодня речь, как вы поняли, будет о нем. Сейчас мы с вами прогуляемся по территории комплекса. Посмотрим на фасадное решение, дворовую территорию, входные группы и многое другое. И сравним маркетинговую картинку застройщика, по которой вы приобретали здесь квартиры, и что получилось на самом деле. Напомню, что застройщиком является Settle Group, который возводит дома эконом-класса. Жилой комплекс «Притяжение» по заявлению застройщика «Дом бизнес-класса». Жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение». Раз мы с вами заговорили про застройщика, то комплекс построила организация, называется «Общество с ограниченной ответственностью ИТТ». В переводе «Информационные технологии и коммуникации». Застройщик даже не сменил название. Уставной капитал у организации 10 тысяч рублей. Учредителем единственным является «Общество с ограниченной ответственностью Settle», у которой уставной капитал более 1,5 миллиарда рублей. Ну, кстати, самое интересное, что организация Settle, согласно данным от налоговой инспекции, с 18 по 20 год в штате был всего лишь один сотрудник с оборотом за 20 год более 11 миллиардов рублей. Блин, ну о таком сотруднике может просто мечтать каждый работодатель. Давайте разберемся, для чего я вообще рассказываю всегда юридические аспекты застройщиков. К примеру, я приобрел квартиру. Застройщик сдал квартиру, но у меня есть претензии к квартире по качеству. Судебный эксперт провел технико-строительную экспертизу и дал заключение, что для устранения недостатков необходимо 200 тысяч рублей. Суд принял мою сторону и взыскал застройщика 200 тысяч рублей на устранение недостатков и штраф в соответствии с законом защиты прав потребителей 50% от суммы. И у нас общая сумма составила 300 тысяч рублей. Я получил исполнительный лист и пошел к приставам. А приставы сказали, у застройщика счета нулевые, а имущества нет. Также я рекомендую минимум перед покупкой квартиры в новостройке обязательно ознакомиться с ее проектной декларацией, из которой можно узнать, кто будет поставщиком ресурсов, будут ли детские площадки и что с озеленением. Один из важных параметров при выборе новостройки лично для меня – это квартирография комплекса. По квартирографии комплекса я буду понимать соотношение количество комнат к общему числу квартир, и, соответственно, мне будет проще принять решение, понимать, для кого этот комплекс и кто будет в нем жить. Вот здесь у жилого комплекса «Притяжение» все достаточно неплохо. Вот давайте посмотрим, я выписал цифры, все посчитал. Значит, студии и однокомнатные квартиры в комплексе занимают почти 50%. Двухкомнатные квартиры занимают 30%, трехкомнатные квартиры занимают 19% и 0,57% занимают четырехкомнатные квартиры. Чем меньше студий однокомнатных квартир, тем меньше квартир для перепродажи и сдачи в аренду. Однокомнатная квартира в жилом комплексе «Притяжение» стоит от 11 миллионов рублей от застройщика. У инвесторов такую квартиру можно приобрести от 9 миллионов 200 тысяч рублей. Не переплачивайте, друзья. Рядом с «Притяжением» находится жилой комплекс «Леснер», где однокомнатную квартиру уже можно приобрести от 9 миллионов 600 тысяч рублей. А в жилом комплексе «Кантемировская 11» аналогичную квартиру можно приобрести от 7 миллионов 100 тысяч рублей. Хорошо смотрится с холодным остеклением балконы в этом доме. Дом сдали, а высотнику об этом сказать забыли. Работают.
Безопасность превыше всего. А вот и элементы венфасада. Чуть толще металл, чем в жилом комплексе Терра. Ну вот этот материал, обычный металл с каким-то покрытием, покрашен, я не знаю чем. И вот из него сделан фасад. А вот и внутренности венфасада. Специалисты однозначно оценят. Жилой комплекс бизнес-класса. Комбинат «Красный маяк». Но первое, конечно, что меня очень сейчас сильно насторожило, это то, что просто в комплекс на территорию не пройти, стоит охрана, нельзя, только можно с менеджерами застройщика пройти, чтобы кто-то ходил с вами. Но комплекс данных ключи выдают. Вот это, кстати, очень как-то странно. Вот так выглядят входные группы. Здесь их две. Давайте попробуем зайти в данный комплекс от застройщика. Все закрыто. Вторая дверь, и все закрыто. Как сюда пройти? Что-то, знаете, смотрю вот на это. Думаю, как-то очень странно для бизнес-класса. Вот здесь, если обратите внимание, вон плитка выпирает, здесь еще больше выпирает. Ну а дальше, конечно, высоко там уже не видно. Я прошел. А дверь закрыта пока полиэтиленом. Зашел, друзья, в входную группу. Здесь сразу видим такой небольшой приемок, где будет лежать коврик. Очень удобно, практично. Система допуска какая-то современная. Должна быть большая колясочная, да, с покастроматериалом все закрыто. Добрый день. И вот у нас вход получается во двор. И вход со двора как раз через такое большое стеклянное пространство, через службу охраны. Значит, для того, чтобы подняться уже в квартиру, вот здесь есть лестничный марш. Считаю это не очень, конечно, практичным. Но если, ну, вот это все понятно, да. Здрасте. Так, а лифт где? Лифт здесь же, да? Да. А, получается, видите, чтобы подняться к лифту, надо идти по ступеням, конечно, когда у вас дети, когда у вас... Ой, темнотища, все отключено. Вот здесь лифт. Один или два, вот, честно, не видно, очень темно. Давайте подсветим. Да, один лифт, должен быть кёне, отделка такое лакированное под дерево красное. Ну, слушайте, смотрится так неплохо. Странно, конечно, что это все не работает, ну ладно. Надо зайти, понимаю, где лестничный марш и подняться на самый верх. Почтовые ящики сделаны заподлицо, прикольно. Вон, слушайте, выглядит достаточно дорого, с перфорацией, классно. И здесь какая-то полочка, наверное, под спам. Ну, а тут тоже, да, можно по фасаду, видите, я понимаю, что везде будут такие особенности. Где-то немножечко неровно. С разным расстоянием, как по вертикали, то есть вот это получается чуть ниже плитка, это чуть выше вот чувствуется. Ну-ка, будет видно? Или эта плитка уже такая сама кривая, фиг знает. Ладно. Так, здесь у нас горит свет. Доводчик зачем-то открыли. Тепло, хорошо. О, вот здесь мы все и рассмотрим, друзья. Смотрите, входная группа. Вот мы аналогично видим ситуацию. Почтовые ящики. Здесь почти все отмыто. Слушайте, смотрится классно. Вот смотрите, на что я всегда обращаю внимание. Вот на это, да. Вот эти элементы для пожарной безопасности. И здесь обратите внимание, что застройщик заморочился. Блин, взял, покрасил цвет. Ну, смотрится же классно. И вот, например, вот такую же штукатурку мы с вами видели в жилом комплексе бизнес-класса «Черная речка». Но вот здесь это смотрится. Вот здесь я не вижу, чтобы, знаете, вот как штукатурка залезла сюда, была не отмыта. Вот есть порядок. То есть вот когда вот это видишь, классно. Знаете, такое ощущение, что здесь еще до сих пор идет ремонт. Все в грязи. Отсутствует
элементы декоративного освещения. Сверху черного цвета это грильята, нормальное освещение, система видеонаблюдения стоит. И здесь огромное зеркало, где написано «Жилой комплекс притяжения на Выборгской». Слушайте, вообще супер, смотрите, какой размах. Мне нравится, что в уровень с землей, и мне нравится то, что проходной подъезд. Колясочная. Большая колясочная, классные современные ограждающие системы. Обратите внимание, вот там, понимаю, под окном радиатор. Смотрите, как все закрыто красиво. Смоется классно. Клапан приточного воздуха – это тоже очень классная штука. И здесь очень-очень, друзья, высоко. Значит, мой помощник. Давайте измерим. 3,60. Первый этаж и коммерции, соответственно. Слушайте, достаточно интересная система допуска. Камера такая, обратите внимание, что не совсем мелкая, большая, крупная. Элегантное лобби для отдыха и встреч гостей и круглосуточная охрана. Так, вызов. Включить, выключить. Экстренная связь, нормально. Ну вот, смотрите, первое, конечно, что не очень удобно, что вот вы зашли, например, если у вас ребенок есть коляска, то вам нужно ее поднять вот здесь, либо вызывать, соответственно, этот лифт. Да. Кнопочка подсвечивает, но почему-то он не едет. Не знаю почему. Ограждающая конструкция. Достаточно сделано, все красиво, смотрится эргономично. Молодцы. Слушайте, мне вот пока то, что я вижу первый этаж, мне нравится. О, двери ламинированные. Слушайте, очень такие приятные. А вот эта красная вертикальная полоска стильно смотрится. Звонки. Обратите внимание, что он другого цвета и вот почти совпадает вот с этими накладками для ключей, для входа. Слушайте, очень круто. Фурнитура приятная. Слушайте, надеюсь, двери хорошие, потому что, во-первых, очень широкое полотно. Здесь, мне кажется, по ощущениям больше метра. Входной глазок. Дверь, я понимаю, массивная, потому что аж раз, два, три, четыре петли. Слушайте, смоется классно. О, смотрите, смотрите, друзья. Вот на это я постоянно обращаю внимание. Когда убогие цвета эти шкафы, которые, потому что у нас других просто нет. А здесь, смотрите, что сделал застройщик. Он эти шкафы, ух ты, он сам сделал дверцы из алюминиевого профиля. Штукатурка нанесена, и вот, ну, знаете, вот так пройдешь, и даже ну, глаз сюда не ляжет, потому что ничего такого резкого, знаете, что-то как-то бросается в глаз, нет. А вот здесь видно, что наверху, знаете, такая сетка, просто обычная сетка, окрашенная в черный цвет, потолок окрашенный в черный цвет, видим слаботочку, то есть что-то здесь они доделают, потому что все снято. Ну, в бизнес-классе, конечно, вот такие конструктивные, вот такие элементы, обычно вот такие убогие пластиковые короба, ну, по мне, смотрятся не очень адекватно, как это должно быть. Вот здесь, к примеру, открыта АППЗ-64, вот она как раз слаботочка, это пожарка. По индикаторам не видно, чтобы здесь что-то функционировало. Конечно, вот этот элемент, вот эта декоративная отделка смотрится просто ужасно. Идем дальше. Лифтовой холл. Вот лифт один. Лифтовой холл, нет, не лифтовой холл, это лифтовой тамбур. Сейчас мы чуть позже посмотрим. И здесь тоже, смотрите, как классно смотрится. Наверху большие, крупные буквы с нумерацией квартиры. 345, 346. Здесь у нас шкаф. О, инженерия, давайте-ка мы посмотрим, что у нас тут сделано в бизнес-классе. Теплошумоизоляция, закрыта на специальной стяжке. И вот то, что я вижу, мне нравится. А клапан сброса воздуха, ну, не самый дорогой и не самый дешевый стоит. Мы видим счетчики, а запорная арматура, кстати, такая нормальная стоит, а не обычный самый дешевый экран. Вот еще запорная арматура. Фильтры грубой очистки. Слушайте, нормально. Счетчики на тепло. И у меня такое ощущение, что здесь они сами автоматом передают в управляйку все. Слушайте, здесь все классно. Вообще вопросов нет, молодцы. Приятно видеть, честно, я удивлен. Не ожидал я такого увидеть. Ну, ой, блин, палец порезал, зараза. А что-то острое. Заходим. Ой. Друзья, забыл вот это показать. Смотрите.
Аналогично. Прошлись герметиком, все чистенько. Вот это, как я всегда называю, забрало. Видите, оно в цвет стены, ну, не выделяется, да? То есть не вот обычно вот этого цвета стандартного, который есть. Ну да, вот ведь, ну, почти на каждом этаже вот такое видишь. Понимаем, что будут, ну, посмотрели, нужно черную ставить, иначе, ну, не собирается, да? То есть... Здесь мы видим ограничитель от застройщика, раз мы видим, что вот сюда не ударялся, вот у этой двери почему-то нет. Заходим в лифтовой тамбур. Лифты обещались Кёна. Здесь стоит Отис. Но лифт отключен. Вот он на первом этаже. Показывает, ну, кнопка вызова не работает. Ну, тут, конечно, могли бы подмыть немножко, но не будем сильно придираться. Слушайте, смотрится классно. Смотрится классно. Но чтобы сказать, что это бизнес-класс, я не вижу. Например, мне лично, вот она глянцевая, я понимаю, что это недорогая плитка. И, например, вот если, да, вот там смотреть на всякие мелочи, то, конечно, здесь, когда затирали швы, то есть не везде их затерли достаточно аккуратно. То есть есть такие места, где вот, ну, нужно было, мне кажется, на первом этаже хоть постараться. Затирки здесь, видно, пожалели, либо ее не хватили. Ну и вот здесь тоже вот. Классная буковка 1. Понимаем, что это первый этаж. И нам с вами что нужно? Нам с вами, друзья, нужно найти лестничный марш для того, чтобы подняться наверх и посмотреть все выше. Пока еще вход, рассмотрим дворовую территорию. Урна, скамейка, есть деревья, высокий кустарник. Мне очень нравится, как смотрится плитка. А это у нас, я понимаю, вход в паркинг. И обратите внимание, как он стильно смотрится. А детская площадка, сейчас мы посмотрим. Камушки, смотрите, поставили. Такие, не елки, я не знаю, как это называется. Вот такие декоративные, как кустарники. Слушайте, прикольно. Смотрится все прикольно. Корабль. Это детская площадка. Куча лазалок. Слушайте, интересно сделали, интересно. Вон, смотрите, здесь можно пролезть. Здесь, слушайте, детям понравится. Так, и кто ж у нас тут производитель? Я, конечно, понимаю, кто это, но хочется найти табличку. В общем, не могу найти табличку, но у меня предположение, что это производитель Ксил. Это один из недорогих производителей наших отечественных. Конечно, в бизнес-классе здесь я, честно, ожидал увидеть немножко другую картину, другого производителя. Но мы уже видим то, что видим. Так, лестничный марш я один увидел. Сейчас хочу подняться наверх. О, друзья, смотрите, как классно. Здесь отдыхают взрослые, сидят и играют в настольный теннис. Лестничный марш. Видим, что не отмыто. Здесь тоже не отмыто. Ограждающие конструкции, кстати, такие ничегошные. Датчик есть на движение. Сразу включается свет. Второй этаж. Один лифт. О, и здесь можно видеть всю эту красоту. Вот она, смотрите, открытый шкаф. Два листа, ничего себе. Слушайте, неплохо. Все закрыто. На лестничных маршах есть вот такое окно. Открываем. А здесь элементы декоративного фасада. При этом в зависимости от цвета они автоматически не поднимаются. Вот как закрепили, так и закрепили. Интересное, конечно, решение. Алюминиевые окна достаточно дорогие. Ну, значит, так нужно было. А здесь мы с вами можем рассмотреть вблизи толщину металла миллиметра. Миллиметр, похоже. Может быть, полтора. На глаз определяю. Раз замки, два замки. Здесь внутри отделка достаточно прикольная. Это квартира с отделкой. Здесь мы с вами можем померить ширину как раз проема при помощи электронной рулетки. 96. Слушайте, круто. А, ночник еще, да, есть? Спасибо. Так. Мы заходим. Это у нас однокомнатная квартира. Обои. Сюда ставим роутер. Автоматы одни из самых недорогих. Слушайте, подписано. Вот электроплита, розетки для ванны, освещение, розетки кухни, розетки комнат, коридора. Слушайте, молодцы.
Ванна небольшая, видим, что ванну будут закрывать панно, вот оно стоит. Слушайте, плитка классная, красивенько смотрится, очень красиво. Ну, душевая лейка, смесители, ну, такое ощущение, эско какое-то производитель, я не знаю, кто такой эско, ну, то есть такой из недорогих. Тут тоже тумбочка есть с смесителем, вентиляция. Здесь у нас санузел точно такой же плитки, кстати, достаточно большой санузел. Но вот видите, да, вот трубы, когда вот такая отделка, и вот так видишь канализационную трубу, ну, по мне это не очень красиво смотрится. Перегородки у нас из обычных блоков. Ну-ка, давайте мы сейчас проверим. Друзья, слушайте, держится крепко, классно. Это у нас кухня, потому что выводы под воду я вижу канализацию. Розеточная группа, выход у нас на балкон. Слушайте, очень классно открывается фурнитура. Первое, что замечу, что здесь такой большой испорожек, то есть нужно перешагнуть. И мы попадаем уже на полностью остекленную, холодным остеклением. Это у нас лоджия, похоже, это лоджия, да. И здесь у нас она продлевается прямо до комнаты. Слушайте, классно. Отмечу, что дорогие, хорошие окна стоят. Вот видите, приток воздуха. Вот там утеплитель. Слушайте, очень все сделано, вот, на первый взгляд, достаточно хорошо. Так, вот так работает. Ух ты! Слушайте, классно работает. О, а отсюда, друзья, можно как раз посмотреть другую площадку. Вот только обратите свое внимание. Смотрится красиво, но вот здесь только что-то с деревьями не очень в этом дворе. А так мне нравится. Ну, конечно, сразу отмечу, что небольшое расстояние до дома, очень небольшое, 25, может быть, 30 метров. А рядом как раз там бизнес-центр, ну, то есть большое нагромождение строительных объектов. Но вот у меня лично дискомфорта того, что вот рядом здесь находится дом, просто нет. У меня лично нет. Я понимаю, что это классное место. Здесь удобный заезд-выезд. Петроградка на другой стороне. И вдобавок мне нравится, что до метро там 800-900 метров всего. Выходим. Накладочку забыли. Надеюсь, поставят. Слушайте, тут уплотнитель какой-то специальный. Да, слушайте, молодцы. То есть вот видите, что получается? У алюминия одна плотность, у штукатурного слоя утеплителя другая. Для того, чтобы здесь не было трещины, вот видите. А забыл, как вот эта лента называется, для окон применяют. Слушайте, здорово. Это очень приятно. Радиаторы отопления. Подводка идет снизу. Могли бы сделать прямо из стены, тогда вообще бы этих труб торчащих бы не было. И давайте, друзья, посмотрим комнату. А здесь мне нравится в однокомнатной квартире, что вот видите, есть такая ниша. Сюда как раз станет кровать, сюда рабочий стол, шкаф, все нормально. Вот он, доступ воздуха, открываем, закрываем. Там стоит фильтр, который нужно периодически чистить и менять. Есть подоконник, проверим фурнитуру. Ух ты как. Что-то это здесь, друзья, непорядок. Слушайте, вот это открывается хорошо. А вот здесь что-то... Вот замка нет, она вот наверх пошла, не открывается, вниз не идет. Ну, в общем, это странная какая-то. Что-то здесь не то. Да, не хочет открываться, ладно. Давайте посмотрим, хочется найти квартиру побольше. Они обычно вот здесь. Ох ты, смотрите, как тут клеют. Так. Не, я туда, да, не иду, чтобы ничего не сломать. О, а здесь свет есть. Слушайте, смотрится плитка классно. О, здесь можно уголок рассмотреть. Слушайте, сделано очень хорошо. Очень хорошо. Затирочку так хорошо подобрали, красавцы. Ну, санузел, конечно, такой. И вот, да, вот видите, труба как. Ну, по мне это не очень красиво. Хотя бы спрятали бы в короб. Ну и вот сама ванна. Ну, тоже не из дорогих.
Обычная акриловая ванна. Лучше всего. Лучше чугунная ванна, еще ничего не сделали. Давайте, кстати, вот здесь проверим, что здесь с фурнитурой. О, видите, а здесь работает. И отсюда мы видим набережную. Вот здесь совсем немножко между домами. О, слушайте звук. Огромный респект застройщику. Потому что, когда идет дождь, попадают сюда капли. Даже здесь. Если бы здесь не было никакого шумоизоляции, то был бы металлический звук. И было бы не очень приятно все это слышать. Ох, ну как крепко держится, даже люфта никакого нет. Толстенные окна. И очень стильно они смотрятся. Фурнитура вообще просто шикарно работает, знаете, как часики. Вот обрежут. Откосы пластиковые. Молодцы. Давайте дальше пройдем, посмотрим. Значит, вот здесь в углу должна быть квартира побольше. Топ-мастер как раз он двери доламывает. Шучу. Так, это тоже однушка. А это... О! Здесь квартира побольше. Смотрите, входная группа, совсем небольшая, прихожая. А здесь мы уже видим намного больше автоматов. Тоже все разнесено, соответственно, подписано. Вот это правильно. Здесь у нас рассчитано, видите, кабель идет. Здесь у нас интернет-кабели. Подключаем роутер и убираем его сюда. Ну, соответственно, нужно понимать, что должен какой-то роутер быть небольшим, что вообще сюда он попал. Тогда мы его спрячем. Коридор. У нас здесь получается здоровенный просто туалет. Раз комната, два, три. Это трехкомнатная квартира, друзья. Ох, как дорого она стоит. Это кухня. Ну-ка, свет интересно есть. Ну-ка, если автомат включить. О! Потом выключим. Это кухня. Большая. На полу у нас ламинат. Обычно ламинат темного цвета. С такой небольшой фаской. Это здорово, потому что он потом таким домиком расходиться не будет. Обои виниловые. Просто белые обои. За этого, кстати, объем намного смотрится больше. Вот как раз вот здесь можно сверху посмотреть то, что я вам показывал. Площадку детскую. Ну, слушайте, ну вот согласитесь, что смотрится достаточно достойно. Мне, например, он больше этот комплекс вот пока что нравится, нежели чем Черная речка. Причем намного больше. Это у нас обычный стандартный этаж. И давайте мы здесь измерим высоту потолка и проверим, не обманули ли нас. 3 метра, друзья. 3 метра 0,68. Я считаю, это классный результат. Большое количество воздуха. Высота потолка – это здорово. 3 метра – это хорошо. Ну, вот здесь мы видим все то же самое. Здесь очень большой санузел. Очень большой. В ванной комнате еще здесь один санузел. Это классно. Место для установки стиральной машинки. Видите, все подводки есть. Как раз под слив и для забора воды. Заземленные электророзетки, вентиляция. Давайте рассмотрим комнаты. Слушайте, кстати, обращу внимание, значит, первое, что мне нравится. Видите, здесь кусочки стенки нарастил застройщик, то есть нормально лежит наличник. Широкие проемы, дверь, наверное, 80-ка, если не 90 сюда встанет. Большое количество сразу же здесь розеточных групп. То есть вам точно должно этого хватить, не нужно что-то делать дополнительно. Ну, кое-где там подклеивались обои, это можно доклеить. Система отопления, окна. Слушайте, блин, сказка. Вот работает, знаете, как автомат Калашникова. Очень четко, очень. Вот это классно. Сразу пошел приток свежего воздуха. Ну, вот здесь, кстати, если обратить внимание, здесь вот уже видны элементы крепления навесного фасада. Но отмечу, что цвет крепления практически в цвет стены и особо глаз, знаете, не мозолит. Надо сделать пару фото.
У нас еще одна небольшая комната. Слушайте, здесь очень приятно, очень приятно. И с выхода у нас, соответственно, на... Кстати, вот что мне нравится, смотрите, здесь вот все в стекле. Большое количество света за счет этого, соответственно. Оп, а вот здесь ручки нет. Интересно, они придумали. А как мне дверь закрыть? То есть я зашел, а дверь мне почему-то никак не закрыта. То есть интересно сделано. А тоже достаточно большая лоджия. Значит, давайте, значит, что мне интересно. Мне интересно понять, какой... Вот отсюда, да, померим. Стенки. 1,40 м. Прилично. И длина ее составляет 6,40 м. Вот даже отсюда обратите внимание, как красиво смотрится сам проем. Все ровно, красиво, и как смотрится окно. Очень круто. Кстати, обратите внимание, что вот нижний получается рядом, стекло идет такое более темное. Выше этаж, аналогичные квартиры, и здесь уже совсем другая отделка. У Сеттла одни этажи темные, другие этажи светлые. Так что будьте внимательны. Вот, друзья, двери, конечно, межкомнатные. Что-то у меня такое ощущение, ну, одни из недорогих дверей. Если не ошибаюсь, я такие же двери от застройщика видел в других проектах. Вот двери я бы, конечно, на себе бы, ну, не менял бы сразу, но со временем поменял бы. Так, а вот ламинат, который применяет застройщик. Произведено Россия, Смоленская область, город Гагарин. Вот так, кому интересно, можно загуглить, почитать. На каждом этаже у лифтового тамбура есть вот такая дверь. И здесь у нас, ух, видите какое? Тут все закрыто, наверное, чтобы выйти и покурить, мне так кажется. И даже здесь все сделано достаточно неплохо. Не считая нюансов с трубами, что-то они, конечно, тут смотрятся так себе. Вот видите, подготовлена поверхность, и здесь тоже будет декоративная штукатурка, и вот здесь застройщик красавчик, молодцы. Здравствуйте. Дворы, конечно, небольшие, но по мне смотрится классно. Застройщик вот красавчик, именно здесь он постарался. Мне это нравится, но с оборудованием могли бы, конечно, поставить и подороже. Видим здесь с вами большие, высокие деревья, большой плюс. Тут свой собственный небольшой променад, скамейки, достаточно удобные, гамак, покрытие из дерева. Смотрится классно. Обратите внимание на освещение во дворе. На уровне вот вниз будет свет бить. Конечно, когда будет темно, здесь тоже будет красиво. Впереди надпись 1928 год. Следующий двор. Вау, как здесь красиво. Смотрите, какая штука. Прикольно сделали. Интересно, крутится она? Да, она крутится от ветра. Вообще класс. Большие цифры нумерации каждого подъезда. Нумерации квартир. Вот она видна. Убрали, поставят. Паутинка. Детям очень нравится. Ну-ка. Та-да-да-да-да-дын. А, изготовитель. Красивый город. Извините, я полагал, что к сил. Нет, красивый город. Слушайте, вот оно такое, ничего смотрится. Неплохо все. Но я считаю, все равно по цене не дотягивает. Красиво сделали, молодцы. Вход в паркинг. О, темнота, друг молодежи. Вот так сейчас на данный момент выглядит паркинг. Погружной насос. Одна из самых низких точек в жилом комплексе.
систему пожаротушения, окрашены столбы. Далеко уходить не буду, то боюсь, потом потеряюсь. Но видно еще, видите, вот там вдалеке какие-то еще делают работы. Оставлен стройматериал. Так. Ну-ка. Эх. А вот пожарных рукавов нет. Так, что у нас с системой пожаротушения здесь? О, зуммер работает, надеюсь. Пожарка тоже работает. Да, большой паркинг. Хочу найти стык двух плит, чтобы посмотреть, вернее, двух секций, чтобы посмотреть, нет ли влаги. Везде видим, что зачеканены технологические отверстия в монолите. В общем, где я прошел, нигде не видел следов влаги. И вот это мне очень нравится. И будем надеяться, что здесь всегда будет сухо. Несмотря на то, что совсем рядом набережная. А вот издание 1928 года. Слушайте, очень красиво. Застройщик, видно, сделал, отреставрировал фасад. Вау! Офигеть! Вот это размах, друзья! Вот это размах! Бетонный пол уже стал. Тут залили бетоном, усилили конструкцию, я так понимаю. Слушайте, очень круто. Интересно, что здесь будет? Если кто-то знает, что здесь будет, напишите, друзья, в комментарии. А вот при помощи такого устройства очень быстро делают декоративную штукатурку на лестничных маршах и межквартирных коридорах. Тут еще ремонт. Сверху можно посмотреть на коммуникации, как красиво закрыт. Зашил радиатор застройщик. Друзья, я очень приятно впечатлен тому, что я увидел. Мне понравилась отделка, качество строительства. Сухие подземные паркинги. И если сравнить этот комплекс с Черной речкой бизнес-класса, ну, я бы однозначно приобрел бы у Settle Group. У жилого комплекса притяжений, на мой взгляд, ну, такой современный, интересный фасад, но он современный на сейчас. То есть мне, например, нравятся вот сами балконы, мне очень нравится холодное стекление, но у меня немножко смущает цветовое решение, в частности, вот, не знаю, какой-то такой слоновые кости, наверное, цвет и красный. Будет ли он интересным и современным через 10 лет? Когда напротив него находится жилой комплекс «Новый Леснер», где фасад здания лично мне напоминает сталинки. И я вот, например, по этому фасаду понимаю, что даже через 10 лет он, ну, если ничего не отвалится, то будет такой же красивый, хороший и современный. Давайте подытожим, друзья. Я, например, когда сюда ехал, я честно ожидал здесь увидеть что-то наподобие жилого комплекса Черной речки. Обзор, кстати, в описании к этому ролику ссылку скину, для того, чтобы обязательно посмотрели и сравнили. Ну, что-то он будет чуть-чуть лучше. Ну, блин, я, конечно, не ожидал, что так действительно неплохо сделал застройщик, который в большинстве своем возводит дома эконом-класса. То есть вот здесь они очень молодцы и хорошо постарались. Рядом, конечно, с комплексом есть и другие комплексы с разными фасадными решениями. И, конечно, выбирать только вам, потому что, как говорится, на цвет и вкус фломастеры разные. Друзья, обязательно напишите в комментарии, понравился ли вам жилой комплекс, что бы вы еще хотели увидеть в моих видео. А также обязательно пишите, какой следующий комплекс хотите увидеть в моих обзорах. Тот комплекс, который наберет больше всего ваших заявок, соответственно, тот я и покажу в следующем своем видео. Ну что, друзья, рад был вас их очень видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на мой Instagram и поделитесь ссылкой на это видео. А я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи!